Здравствуйте, друзья! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO проектах. Сегодня в обзоре платформа Game Machine, блокчейн-платформа для краудфандинга и ICO игровых проектов. Востребованный продукт, востребованная платформа, идея. Цель платформы в том, чтобы объединить спрос и предложение по краудфандингу и ICO именно игровых проектов в одном месте. Это будет удобно как потенциальным инвесторам, которые будут получать оценочную информацию и будут знакомиться с возможным с предложениями по инвестированию в игровые проекты, в ICO игровых проектов на одной платформе. Также это решает множество вопросов, и давайте разберем, там, какие именно вопросы мы разберем в этом обзоре. Также я хочу сказать о том, что проект на сегодня собрал более 2,5 миллионов долларов. Неплохой результат. О деталях ICO, впрочем, мы поговорим позже. Давайте перейдем в целом к сути проекта. Игровой рынок, это известный факт, постоянно растет. С каждым годом он увеличивается. Игровой сегмент рынка действительно очень велик. На сегодня 2,3 миллиарда игроков на различных устройствах играют в мире. Прирост за 2017 год составил 3%. Объем игрового рынка в 2017 году составил 116 миллиардов долларов США. Прирост за год 8,2%. Это тоже хороший показатель, учитывая суммы. Запущено новых игр было 56, почти 57 тысяч. 56 785 игр. Прирост за год 15%. Как мы видим, действительно динамика роста, и она будет только возрастать в самое ближайшее время. Как игровые разработчики привлекают деньги сейчас? То есть инвестор напрямую инвестирует в разработку какой-то игры. Что с этим связано? Есть определенные недостатки. Во-первых, тяжело выбрать игру, то есть отсутствует связь между инвесторами и геймерами. Сложно выбрать интересный продукт, особенно если инвестор не является специалистом в области и не может оценить инвестиционную привлекательность, плюсы и минусы конкретного проекта. Требуется тщательная экспертиза. Для понимания индустрии и получения хорошей прибыли нужно разобраться в отрасли. То есть, как правило, привлекаются сторонние специалисты, услуги которых тоже нужно оплачивать. Недоступно для криптоинвестирования. Невозможно инвестировать в криптовалюту и получать деньги на ранних этапах работы продукта. Да, это действительно вот большой минус с появлением возможности ICO непосредственно, криптоинвестирования, подобные проекты вздохнут еще большей грудью. Что предлагает платформа? Мы даем разработчикам возможность проводить свое ICO на нашей платформе. Наша платформа открывает огромные возможности для привлечения средств на интересные идеи в игровой индустрии. Инвесторы участвуют в игровых ICO и покупают токены у разработчиков. Далее инвесторы продают токены с высокой прибылью игрокам. Игроки используют токены, чтобы платить за игровые и виртуальные активы. Действительно, в то же время игроки сами могут выступать инвесторами. То есть, действительно, простая схема с привлечением криптовалюты в эту платформу. В целом, если вот коротко описать, что такое Game Machine. Это децентрализованная сеть с майнингом, уже поддерживаемая геймерами. Это блокчейн-технологии и смарт-контракты для безопасного инвестирования в игровые проекты. Интересные игровые ICO проекты в одном месте. Как Game Machine меняет рынок? Блокчейн-система, где разработчики могут найти деньги на реализацию своих амбициозных идей, а игроки инвестировать свои компьютерные ресурсы в игровые проекты.
Плюсы для инвестора. Просто выбрать игру. Игроки также инвестируют на майненную валюту в интересные проекты. Не требуется тщательная экспертиза. Доступна подробная аналитика по каждому проекту с интересом игроков. Доступно для криптоинвестора. Разработчики привязывают токены к внутриигровым предметам, обеспечивая спрос. Разработчики дают возможность, значит, цель — дать возможность разработчикам создать свои токены и зарабатывать на них. Также дать игрокам возможность майнить валюту, чтобы они не тратили фиатные деньги. То есть, в общем-то, заинтересованы все стороны процесса. В общем-то, достаточно просто это все увязано между собой. Действительно интересный, привлекательный проект. Использование, каким образом будет использоваться токен. Создаются токены на основе GMIT, привязывают токены к внутренним вещам, платят комиссию разработчики, платят комиссию за проведение ICO, инвесторы. Платят токен GMIT за доступ к платформе, инвестируют GMIT в интересные проекты и получают токены разработчиков. Получают GMIT за предсказание успешности проектов. Игроки майнят криптовалюту и получают токены разработчиков. Покупают внутриигровые вещи, получают предметы, получают токены за выполнение задания. Возможности для инвесторов. Открываются действительно, ну, очень гибкие возможности, и все гораздо удобнее, чем это было разрознено по всему интернету. Доступ к платформе. Возможность инвестировать в надежные игровые проекты на ранней стадии. Вы получаете доступ к краудфандинговой платформе с подробной аналитикой каждого проекта. Эксклюзивные скидки на токены, выпущенные на нашей платформе. Также инвесторы, токены для инвесторов, можете получить до 10% от всех токенов, выпущенных на нашей платформе. На сегодня выпущены продукты. Это 8 игр интегрировано в приложение Game Machine с более чем 300 внутренними предметами. Более 20 тысяч геймеров используют приложение Game Machine для майнинга GMC и совершения покупок в играх. Майнинговое приложение для ПК. Приложение, что на сегодня достигнуто? Майнинговое приложение для ПК. Приложение, позволяющее майнить криптовалюту и покупать внутриигровые предметы. Особенности. Майнинг валют, 8 игр добавлено, умный режим для геймеров. Так, и статистика. Приложение для разработчиков, платформа для разработчиков с возможностью создания своих собственных токенов. Ожидается выход этого приложения в 2018 году. Приложение для инвесторов, платформа с подробной аналитикой и возможностью покупки токенов разработчиков. Также выход 2018 год. Пожалуйста, обратите внимание на ICO этого проекта. Действительно интересная идея, правильно реализованная, просто и качественно. Вот оно создается такой действительно простоты использования, и, в общем-то, затронута актуальная тема, которая будет востребована, я уверен, многими участниками рынка. Пожалуйста, ознакомьтесь с белой книгой этого проекта и принимайте участие в этом ICO. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!